Дорогие друзья, с 2014 года в Пензенской области регулярно отмечается День славянской письменности и культуры. Каждый год детские хоры музыкальных школ, школ искусств, юношеские и студенческие хоры, хоры ветеранов, хоры районов области собираются вместе, и весь этот тысячный хор во главе с губернаторской симфонической капеллой поет наши песни. Этот праздник объединяет людей, способствует их духовному росту, патриотизму. Хор – наша традиция. Это Архангельский, Вазерский, Котляр, Гришин. Это то, что мы бережно храним и передаем нашим детям и внукам. Пройдет эта вирусная напасть, снова мы будем участвовать в наших хоровых конкурсах, фестивалях, концертах. Снова зазвучат наши лучшие песни, зовущие к любви и братству, патриотические песни о великой победе, о трудовых подвигах, о любви и дружбе. Друзья, этот праздник проводит Всероссийское хоровое общество во главе с великим дирижером Валерием Ависаловичем Гергиевым. Я, как председатель Пензенского отделения Всероссийского хорового общества, поздравляю вас, желаю крепкого здоровья, больших творческих успехов. Давайте вместе споем гимн святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.